Дмитровское агропредприятие формирует кластер по выращиванию овощей и производству молока. Правительство Московской области и фирма «Мосагрофуд Д» заключили соглашение о реализации масштабного аграрного инвестиционного проекта. На участках общей площадью около 17,5 тысяч квадратных метров создается овощной кластер, включающий 4 овощехранилища, цех переработки фасовской продукции, машино-тракторный парк с ремонтными мастерскими, теплицы для выращивания рассады, склады хранения семян и удобрений. Параллельно дирекция «Мосагрофуд Д» при поддержке регионального министерства сельского хозяйства восстанавливает заброшенные фермы бывшего Яхромского племенного предприятия. На данный момент завершается реконструкция молочной фермы на 600 коров. Изначально мы восстановили весь процесс кормления, то есть закупили из техники кормосмеситель новый, восстановили все рационы. Если это что касаемо кормления, улучшили выпеку, улучшили качество воды, фильтрацию установили. Исходя из опоздания, то везде мы сделали такой, скажем так, космический ремонт. Где-то покрасили, где-то переварили там стойки. В общем, весь необходимый ремонт, на сегодня, который должен был быть, мы его сделали. На ферме коровы айрширской породы отлично приживаются в условиях центрального Черноземья. Молоко у этих коров жирное и очень вкусное. Его уже охотно берут переработчики для производства сыров и кисломолочных продуктов, а также сливочного масла. Покупаем и сейчас в процессе, и сейчас берем племенных телок. На сегодня доим 21 литр, молоко жирное, 5,2 на сегодня. В процессе развития сейчас. Но все-таки уточню, сколько коров? 240 дойных. Дойных, да? На сегодня. А думаете расширять? Да. Ага. И взяли, купили коров, еще телок, еще дальше идет. На следующий год в планах у дирекции «Мосагрофуд Д» закончить ремонт родильного отделения, построить дополнительное дойное отделение и реконструировать еще одну молочную ферму.